В результате крушения пассажирского поезда в американском штате Вашингтон погибло 3 человека, еще около 100 получили ранения. Состав выполнял первый рейс по новому скоростному маршруту из Сиэтла в Портленд. При этом почти все вагоны локомотива сошли с рельсов. Как видно на этих кадрах, один из них рухнул на автостраду, второй повис на мосту, другие оказались разбросаны вдоль полотна железной дороги. Национальное управление по безопасности на транспорте ведет расследование причин катастрофы. Одна из версий – превышение скорости.